Привет, друзья! Меня попросили сделать видеоразборку такого Ти-бокса, модель Т-95. Я недавно делал на него видеообзор. Сейчас мы его разберем, посмотрим, что здесь внутри находится. Разбирается он довольно просто. Здесь задняя крышка. Просто поддеть какой-то пластиковой карточкой, к примеру, и она разбирается. Просто на защелках висит, и все. Никаких болтиков, ничего такого нет. Я здесь уже его снял. Сейчас его сниму. Вот. Внутри находится вот такая плата. Не знаю, просто буду показывать. Я не сильно знаток всех этих тонкостей. Поэтому просто покажу. Вы себе просто посмотрите. Если что, нажмите на паузу. Надеюсь, вам все хорошо видно. Это, походу, оперативная память. Насколько я понимаю. Не понял, вверх ногами или я правильно показываю. Не, наверное, вверх ногами. Вот так правильно. Сейчас еще открутим вот эти винтики. Посмотрим, что с другой стороны. Там еще видно. Металлическая пластина для охлаждения. Давайте раскрутим, посмотрим, что внутри еще с той стороны. Итак, открутил этих 4 винтика. Сейчас мы его снимем, попробуем. В принципе, снимается он легко. Кстати, он прилеплен на такой вот термопрокладке, которая выводит этот теплый воздух из процессора на пластину. Такая пластина не сильно толстая, я думал, что она будет потолще. Она довольно тонкая, но металлическая. На другой стороне здесь часики. На другой стороне такой небольшой радиатор. Довольно маленький, можно сказать 2 на 2. 2 сантиметра на 2 сантиметра. Его размер. Здесь тоже похоже оперативно. Память. Или это встроенная, наверное, это встроенная. Вот этот чип. Если не ошибаюсь, можете поправить. В общем, смотрите сами. Так, надеюсь, вам хорошо все видно. Но я скажу, на удивление, вроде радиатор маленький, как видели, да? А в обзоре я показывал, что процессор сильно не греется. Ну, сама приставка, даже когда просто ее щупаешь пальцами, например, по корпусу, она теплая, она не горячая, прям как некоторые бывают, что прям аж жжет. Здесь как бы процессор даже довольно холодный. Не знаю, за счет чего, но вроде радиатор маленький, термопрокладка вроде тоже всего-то там отводит на тонкую пластиночку. Я не знаю, сейчас попробуем снять, если она снимается. Нет, приклеено хорошо. Рвать я его не хочу, так что извините. Если работает хорошо, я не вижу смысла просто потом отрывать его. Здесь похоже на термопасту приклеено. Не так, как некоторые TV-боксы были у меня, что там просто даже на двухсторонний скотч прилепили. Здесь... вроде нормально. Так, я надеюсь, вам все видно, и я все показал. Вот этот чип еще. Посмотрим название. Не знаю, правильно или неправильно. Что-то со зрением. Не, наверное, все-таки первый раз было правильно. Да.
вообще маленький, тут не видно ничего, что здесь написано. В общем, я думаю, вам достаточно, вы сами все поняли. Ладно, на этом буду заканчивать. Надеюсь, это видео было кому-то полезным. Как всегда, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, делитесь видео с другими. Пока, до скорой встречи.